Это видео. Вот этот вот район, Эльбрус и Чигет, огромные массивы, и это одно из самых мощных фрирайдных районов в мире. Будем делать спуски и делать какие-то съемки с людьми, ну, с которыми последние много лет мы вместе путешествовали, участвовали в каких-то фрирайдных соревнованиях, а сейчас есть возможность просто кататься для красивой картинки, для удовольствия, для фана. Вот это и лыжники, и бордеры, и девочки, и мальчики. Это люди, ну, для которых это большая часть жизни. Для которых это, ну, наверное, главное занятие в жизни. Фрирайдинг и горы. Сзади водораздел, вершина, с которой реки текут в три разных моря. Черное, Каспийское и Азовское. Одно из самых красивых мест на Земле, которые я видела, это граница с Грузией. Раньше, в советские времена, туда можно было спуститься к морю. Я надеюсь, что когда я стану такой бодренькой старушкой, я туда обязательно схожу со своими внуками. Может быть, к тому моменту наши президенты помирятся и откроют границу. Для меня это наиболее интересное и приятное место для катания. Причем в окружении друзей, которые со мной здесь в рамках этого проекта Ride the Planet. Я надеюсь, мы будем делать красивые и приятные спуски. Обстановка, во всяком случае, нам позволяет. Yeah.
нарезки. И он еще ладыгин такой сделал. Очень важно, что здесь Кавказ – это дикие горы. Здесь мало подъемников, здесь мало катающихся людей. Здесь нет всей той суеты, инфраструктуры, которая есть, допустим, в Альпах. Но вот такую дикость, первозданность природы ощущаешь только на Кавказе. Очень, очень просто, живя в горах, не обращать на них внимания никакого. То есть заниматься повседневными делами и даже не поднимать голову наверх. У меня так не получается. Я не могу привыкнуть к этой красоте, потому что даже солнце в декабре и солнце в мае горы освещают по-разному. И для меня это выглядит каждый раз так, как будто я пришла сюда первый раз. Приходилось бывать и в Южной Америке, и в Индии, и в Европе. И главное же люди. И люди, которые любят горы, они везде похожи. И очень приятно с ними общаться. Радостно, что все так происходит, что есть возможность выбирать людей, с которыми проводишь время в горах. С кем ходишь, с кем катаешься, с кем что-то придумаешь и путешествуешь. Главное иметь желание и желание ходить пешком. Это совсем не спорт для нас. Для нас это скорее жизнь. Повод путешествовать. Drag my heels through the land of plenty. I've been waiting till the rain comes.
в районе Нисека. Это снежная Мекка на планете. Говорят, что это второе после канадского местечка место по количеству выпадающего за зиму снега. Последние несколько лет ощущаются проблемы со снегом и на Кавказе, и в Европе. Причем это уже актуально. Может быть, это связано с глобальным потеплением, может быть, нет. Здесь со снегом все в порядке, да, его хватает. Журналы перестаешь задом наперед. При входе ты обязательно переобуваешь кучу тапочек. Поражает окружающая обстановка именно своей атмосферой. Что все куда-то ушли, либо где чем-то занимаются, да, пустые улицы,
Нет никакой суеты ни в аэропортах, ни в кафе, ни на улицах. Вот это для меня, например, странно, да? Я ожидал, что Япония такая перезаселенная страна, где тысячи людей, вот совершенно другое ощущение. Может, это связано с тем, что мы находимся на Северном острове, и здесь вот как порядочная, так сказать, глушь по сравнению, наверное, с Токио. На первый взгляд Япония поражает продуманностью всего до мелочей, все четко по распорядку. Мне кажется, самое главное для японцев – это чтобы все вот было спокойно, четко, так, как они привыкли, то есть традиционность. Японцы очень бережно относятся к своей земле, и видно то, что они стараются для своего будущего поколения. Burning
kept it in compliance with the prophecy. I'm a captain of the Zeppelin. We are riding so far away from the ground. We are riding through the atmosphere. I'm coming for me new sunrise. In a close my eyes, we gonna bring you fire. Feel the ground, we see the lights up. Сейчас мы в Японии, в районе Асахи-Даки, за моей спиной. Высшая точка всего острова Хоккайдо. Место очень уютное, очень маленькое и максимально приспособленное для тех, кто любит ходить пешком наверх, потом скатываться вниз для бэк-кантри. Все очень дико, очень мало народу, и поэтому здесь всегда можно найти чистые кусочки склона какой-то нетронутой природы. Say hi for Russian TV channel. From Russia? Yeah. Dobra utra. Konnichiwa. ここは Асахи-Даки の山頂です。Мы зашли на самый высокий вулкан на острове Хоккайдо. Совсем другая Япония. Я не представлял, что вот здесь есть и такие районы для катания. Фэй маленький! Приехали в Норвегию за картинками, за катанием, вот, за каким-то необычным снегом, вот, который здесь, потому что это океанский снег, и, соответственно, снежные условия здесь сильно отличаются от того, что в больших горах где-то на Кавказе. Северное побережье Норвегии практически все очень сильно изрезано фьордами, и горы выходят практически к океану, да, и это, соответственно, накладывает отпечаток на уклад жизни здесь. И сейчас зимой Алесунд — это сочетание воды, лодок и снега, горных вершин вокруг. Рыболовецкий промысел — одно из основных занятий в Норвегии. Поэтому рыба, рыба, рыба.
красиво. Я лично завидую очень норвегам, потому что у них спокойная, красивая, умеренная жизнь. В Норвегии очень переменчивая погода. Совершенно нельзя предполагать, когда выглядит солнце или набегут тучи с океана и все закроется. Но это своя специфика, да. Но если выдаются вот какие-то окошечки, то все становится очень красивым. Норвегия достаточно увлеченная нация спортом. Они занимаются и лыжами, и беговыми, и горными, и скалолазанием. И каждый день ты видишь людей, которые идут на гору с лыжами, путешествовать, кататься, фрирайдить. Здесь очень хорошо ощущаешь природу, очень экологичная такая обстановка, приятная чистая вода, чистый воздух. Чувствуешь себя свежим человеком. Вообще такое ощущение, что вся Норвегия покрыта очень маленькими локальными курортами. Здесь катаются люди, которые живут в этой окрестности, в округе. Вот, ходит скитур, здесь это все очень развито, и все для этого максимально приспособлено. Это наш путеводитель, наш гид. Сегодня специально для нас включили канатку. Светит солнце, но дует небольшой ветер, и мы катаемся одни на склоне. Или даже находясь в городе, огромное количество видишь людей в спортивной одежде,
со снарядами, сноубордами. Понятно, что эти люди действительно очень любят свои горы, свою природу и стараются все свободное время проводить там. Очень популярен скитур. На всех курортах ты встречаешь сотни людей, и кажется, что вся Норвегия катается именно на скитур-лыжах. Район Согн в Норвегии, где мы сейчас находимся, уникальное место. Здесь сочетаются фьорды, самые большие по перепаду горы и самые большие ледовые ледниковые массивы. Планомерно набираем высоту. Фьорд скрылся за поворотом. Норвегов очень интересное развлечение. Национальный скитур. К нему надо подходить особенно внимательно. Мы поднялись на одну из норвежских высот, и перед нами открылись такие просторы, такие линии, такое количество рельефа я еще никогда нигде не видел. Здесь такое разнообразие ландшафтов, вот, при том, что горы не очень высокие. Здесь можно найти действительно все, от каких-то северных хибинских, да, рельефов до вполне рельефов на Аляске.
третий раз в Кашмире, третий сезон. До этого я провел здесь два раза по месяцу, и это одно из мест на планете, куда хочется всегда возвращаться. Потому что здесь какая-то особая атмосфера. Ну, прежде всего, это, конечно, катание, рельефы, горы, невероятная красота. Огромное количество снега, стабильно выпадающего в феврале. И люди, которые приезжают сюда заниматься своим любимым делом. Лазить вверх, кататься вниз. Мне нравится здесь обстановка, потому что спокойно, довольно дикое место. Вдали от цивилизации, в какой-то степени, край земли, можно сказать. Сюда кататься, как правило, это опытные фрирайдеры, потому что все понимают, что это довольно дикие горы, здесь практически нет никаких спасательных служб, огромный хребет лавиноопасный, очень много снега упадает, здесь нет укатанных склонов, здесь нет ратраков, здесь есть гребень, есть одна единственная гондола, которая туда тебя привозит выше 4000 метров, а дальше все на твое собственное усмотрение, на твой опыт. What is to kill my own brother? Already nothing. So what I can tell you about the murder of my mother? Forgive me for what that I've done to you. I've never been a good son. Always give you only promises that something will change to better. Without any thought we must live together thousand years. Under the cover of my swears, you step through these days. Come the present days. You're hopeless sick from the things I've done, and I feel your sweet blood on my dirty arms. Большинство индусов Кашмир и Гульмарк — это место, куда они приезжают увидеть снег, увидеть горы, да, то есть потрогать снег. И очень забавно наблюдать за индусами, приехавшими из Бомбея, из других больших и южных городов, да, которые вот они ходят, гуляют, кидаются снегом, берут его на ладошки, да, потому что для них это некая субстанция. Здесь волшебный пушистый снег, замечательный рельеф, и, честно говоря, я вот уже, наверное, третий сезон провожу полностью сезон в горах, и за последние два сезона вчера был лучший катальный день. Три года назад на дороге встретили снежного барса, то есть говорит о том, что здесь действительно живут дикие животные, которых не пугают, и очень приятно. Вот здесь никто никуда не торопится, да, и если ты принимаешь эту индийскую скорость как свою собственную, то дальше ты живешь в этом ритме. Если ты пытаешься с этой скоростью бороться и довязывать свою, ну, все равно ничего не получится. Это Индия. Расслабься ты в Кашмире. Говорят тут все с улыбкой на устах. Вот. И это так, на самом деле. Feel cool.
cool like I'm slipping down a ski slow. In my mind I elope to a beach on the equator. This dude next to me, he's like, homie, we major. A-day dream like Lupe. I stay real fresh, not fake like a toupee. What you say to me doesn't matter. I'm just gonna eat in and out. Keep sitting on the couch and get fatter. Feeling like a million bucks. Got a lot of shit to do, but I don't care that much. Way far from the lap of luxury. Can't afford anything more than an IKEA cutlery. Relax to the max, don't count mass snacks. But I'm on the rapid sack, yeah, and that's a fact. Catching Z's as a piece, feel the pre-temp breeze. Munching on a bunch of string cheese. Everybody else is flying by, but all I wanna do is just stay inside. Lay back all the way, just another lazy day. Everybody else is flying by, but all I wanna do is just stay inside. Говорят, что здесь не было снега, я в это не верю. Я третий раз приезжаю сюда, и всегда меня окружают сугробы, снегопады. Вот, и люди, которые приезжают сюда именно вот за этим. Я первый раз в Индии, вот, но на Индию это не очень похоже. Во всяком случае, Индию я себе представляла по-другому. Это какая-то фрирайдная деревня, вот, где катаются люди только на сноубордах и на широких лыжах. Вот здесь очень маленький мир, да, в этом году не очень много народу, но всех, кого ты встречаешь в горах, на канатке, все люди знают, зачем они приехали. Приехали за снегом, за движением, за этими елками. Except the channel change or sitting on my cliche. R-R-R-R-T-L-L-C. That's the best recipe for a girl like me. Stress free. And I'm loving everything that I do. So let me turn this one lazy day in the city. Oh,
кажется, что Камчатка – это место, где должен побывать каждый человек, который любит природу, любит горы, море. Потому что такого сочетания рельефа, воды, света, вулканы – это вообще уникальная вещь, такого у нас нигде нету. Место поразительное, конечно. Upside down to keep the balance flowing, growing awareness to your own. And did you soul the moments clear and take one step back? Камчатке впервые, и меня удивляет здесь все. Меня удивляет океан, фьорды, пейзажи с вулканами. Здесь абсолютно нет людей, и имея вертолет, ты перемещаешься в абсолютно диких ландшафтах, да, и за тобой уже нет ничего дальше. Океан, Америка. Позволяет делать гигантские перепады высоты в день. Ты можешь увидеть разные места, склоны разных экспозиций, спуститься к океану, спуститься с вулкана. Огромные поля, широкие кулуары, скалы, березняк. Здесь есть почти все, что нужно для того, чтобы хорошо покататься. Питомник ездовых собак крупнейший в России. Он существует уже больше 20 лет. И каждую весну в марте здесь проходит этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках. Очень
очень здорово, что мы здесь находимся в формате хилиски катания, используем вертолет, потому что, конечно, по-другому невозможно увидеть за один день столько красивых мест, столько новых спусков. Даже те, кто живет здесь долго, часто не видят всего этого, того, что видим мы, приехав сюда буквально на неделю. Поражает мастерство пилотов. Они могут посадить эту немаленькую машину, мне кажется, в любом месте. На остром пике, на плато, в узенькой бухте. Ну, я работаю с 80-го года в авиации. Налет порядка 12 тысяч. Меня спрашивают, где лучшее место на Земле, я всегда отвечаю — Камчатка. Это очень сложно объяснить почему, но я уже в пятый раз, и я не переставляю удивляться этим местам. Проект, вот сейчас он уже почти в завершении, как бы, да, Ride the Planet. Мы уже побывали в разных горах, поснимали, это была и Япония, был Кавказ, был Кашмир. После этого была волшебная Норвегия, и сейчас снова Камчатка. Спасибо всем людям, которые принимали участие, потому что было и просто, и непросто. И очень круто.
хочу.